от лица всех наших подписчиков, которые отдали вам свои голоса, мы вас поздравляем с победой в этом престижном традиционном конкурсе и вручаем вот такую вот красивую статуэтку «Персона года». Заслуженная награда нашла своего героя. Кирилл Булатов, заведующий детским хирургическим корпусом в Альметьевске, стал персоной года по итогам 2021 года. Так решили подписчики ЮВТ24 в Инстаграм. За хирурга из многочисленной династии врачей оставили рекордное количество комментариев – более 600. В итоге он набрал 32% голосов. В списке претендентов на звание персоны года по версии ЮВТ24 было 13 человек. Среди них представители Альметьевска, Бавлов, Лениногорска, Сармановского района. За неделю пользователи оставили более 2000 комментариев. Я увидел, когда список кандидатов, кто там еще, думал, ну, вряд ли. А в итоге со временем как бы, смотрел, что голосует, было очень приятно. В итоге, ну, конечно, удивлен, потому что и большое количество номинантов, и все достойные. Сам победитель в номинации голосовал за Алана Утяшева. С мальчиком они познакомились в больнице. 13-летний подросток стал третьим в списке претендентов. Второе место у бавлинца Марата Ильясова, руководителя Центра реабилитации людей с ОВЗ. Кириллу Булатову после вручения диплома и статуэтки провели традиционную экскурсию по кулуарам телекомпании, показали, как устроено аппаратное. А гость поделился планами по развитию детской хирургии. В первую очередь мы будем развивать детскую хирургию. Развиваться, становиться лучше. Сейчас у нас в планах присоединение, помимо Азнакаевского района, вот мы присоединили к нам. Также мы планируем присоединить Сармановский район, Джалиль к нам, чтобы относился. И расширение как бы географии нашего корпуса. Лисан Авзалова, Катерина Машенцева, новости Юго-Востока.